Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня для вас мы будем готовить грибной суп. Сейчас на плите у нас стоит уже кастрюлька, закипает вода. Варим перловочку. Для супа нам понадобится сушеные грибы, грамм 200-300. На ночь обязательно запариваем, чтобы они отстоялись у нас и были мягонькие. Понадобится нам свининки несколько кусочков, морковочка, два лука, картошка. Грибы достаем с кастрюли и мелко-мелко нарезаем. И точно так же все другие ингредиенты нарезаем. Картошечку обязательно режем вот так вот, соломочкой такой. Свининку кубиками режем. И вот так вот все нарезаем. Это мы готовим для зажарки. Грибы будем прожаривать вместе с луком и свининкой. А мы продолжаем делать зажарочку. То есть мы два кусочка сала с мясом разрезаем вот до таких мелких кусочков. Нарезаем теперь мяско. Мясо уже можно потолще. Сальце поменьше. И потом мы именно в сковородке я делаю вот такое углубление, чтобы положить туда сало. Сверху мы засыпаем час луком и часть оставляем его не жареным. И отправляем на плиту. Ну все у нас на плите. Здесь варится перловочка. Все, ждем зажарочку. Картошка у нас по-хорошему. Морковка натирается. Как вкуснее получается. Зажарочка готовится. Готовим до тех пор, пока не начнет прикипать к сковороде. Вы это почувствовать должны. А так лучок. Свининка. Кто-то хочет, может, вместо свининки говядины положить. И перловка тоже уже почти готова. Вот наш картошка, которую мы будем варить. Наша зажарочка готова. И теперь перекладываем все в нашу кастрюльку. Берем прямо со сковородки и пересыпаем. Все полностью перекидываем сюда. Вот, смотрите, какая получилась зажарка. Это грибы, лук и мясо с салом. Все, мы отправили зажарочку в кастрюлю. Теперь даем время зажарки в кастрюле закипеть. И последовательно загружаем туда морковочку, картошку и остатки лука. Вот эта вода, которая осталась от грибов, которые были замочены на ночь, дать немножко отстояться. И потом мы также немножечко добавим его туда.
Вот. Ждем. Теперь показывай кипит. И вот мы добавляем последний наш ингредиент. Это перловочка. Добавлять можно не все. Тут кто как любит. У нас уже почти полная кастрюля. Перловка сварена. Останется только дотомить немножко картошечку. Я думаю, что перловки хватит. Готов. Ну все, мы добавили перловку. Суперчник у нас загружен. Так что, ребятки, готовьте вместе с нами. С вами был Регион 47. Если будут вопросы, пишите, всем отвечу. Всем пока, всем здоровья и терпения.